Привет, с вами Happy Wolf, играем в Zombie U. Что-то не очень сохранение осталось, про которое в прошлой серии говорил, походу, придется заново все пробегать тут. Но того лысого чувака все равно уже не спасти, которого я благополучно просрал из-за собственной тупости, потому что мне написали, что где-то там стоит пулемет. Вот примерно там, где я и сдох, я сейчас бегу туда на всех парах проверить это. Если это так, то я нахуй игру сейчас заново начну, за 20 минут добегу до этого. Ай, блядь, там же персонажи каждый раз новые, да? Один хер мне уже этот скинхед не выпадет больше. Ну ладно, тогда оставим все как есть. Блин, куда тут бежать-то? Я прочитал ваши комментарии, кто-то писал по поводу того, что игра вообще полное дно, и тому свидетельствуют эти самые отзывы в Стиме. Они там, по-моему, смешанные, что как бы для игры за... Сколько она стоила там, 1500, по-моему, рублей, не свойственно немножко, да? Ну, я не знаю, чему вы удивляетесь, потому что игра-то на самом деле вообще никакущая. Это какой-то порт с консоли для фитнеса. И если там радар был интересный, да, на этом джойстике или в какой жопе он там находился, то тут им можно вообще не пользоваться, наугад тыкаться, рано или поздно дверь нужную найдешь. Так, вроде где-то тут должна быть турелька. Откуда тут вообще зомби взялись? А, да, я ж несколько не добил штучек. Ну ладно, сейчас мы их разъебашим. Да, действительно, турель стоит. Ну, что я могу сказать? Не углядел. И вот это вот не углядел стоило одному персонажу жизни. Блин, вот этот мужик, который тут пиздит постоянно, он же видел эту площадь, он рассказывал, ну и бойня, бла-бла-бла, он же мог сказать про этот пулемет, блядь. Я чётливо помню тот момент, он сказал, мол, приближается Орда, и я говорю, а где, собственно, оружие это мощное, чем я отбиваться буду? Я тупо не опустил глаза вниз, не заметил эту турель в этой графике зеленой, где все мыльное, где дождь еще идет, где темно постоянно, ну ёпарес это. Вот, кстати, этот чувак, за которого я играл, я его уже по второму разу шмонаю. Знаете что? Мне жалко вот так вот это все оставлять, давайте попробуем его... Отфутболить его до ворот, а там обвиним деда в том, что он, короче, на турель не указал, я ее не заметил, из-за этого потеряли человека, и чтоб он, короче, воскресил его. Хуй знает, как он это делать будет, вот как хочет, пусть так и делает. Мы тебя не бросим, братан, я бы игру заново начал, если бы можно было, но нет. Правила игры гласят другое. Сдох, будешь играть за бабу. Да не буду, я ее сейчас тоже угроблю. Вот будет там сражение какое-нибудь, сделаю, как бы случайно построю несчастный случай. Ой, ее зомби разорвать, да поебать вообще. Только привык к этим воплям глав героя, его тут же убивают, но как так можно? Осталось еще немножко, братан, тебе там помогут. Мы сейчас как раз идем в бункер к этому, к доктору, который вакцину делает, может он его оживить сможет. Чувак, еще немного, я изо всех сил стараюсь. Давай, в люк, полезай. Полезай в люк, ну, блядь, давай. Ну почему это такая игра? Где, блядь, физика тут? Он же провалиться должен. Гравитация, алё, блядь, ебаная хуйня. Давай, тащи его в центр этого люка. Почему он в воздухе летает? Нет, ладно, я сделал все, что мог, чтобы исправить свою ошибку, но, к сожалению, его мы потеряли точно. Сейчас я тогда быстро до этого, до бункера добегу, потому что там опять будет этот диалог с этим доктором бесконечный, где он будет просить книгу забрать. Там где-то, наверное, можно было сохраниться, но я этого, естественно, не сделал, понадеялся на авось, и вот что получилось. Ну не знаю, ребят, насчет комментариев, в принципе, я не могу ни к чему придраться, потому что я на Wii U не играл, и мне сравнивать попросту нечем. Но как говорят прошаренные пацаны... На Wii U там вообще все было в 10 раз лучше, и радар там этот показывался. В джойстик он, по-моему, был встроен, да, не знаю, куда он там. Как вообще Wii U выглядит, без понятия. Я серьезно говорю, я думал, это консоль для фитнеса. Вот типа ты там сидел в плойку играл, да, всю жизнь, в какую-нибудь PlayStation на диване сидел, у тебя там на жопе 10 тысяч складок образовалось и на животе. А потом внезапно купил себе Wii U, я не знаю, теннис, прыгаешь, радуешься, шейпинг. Соседи снизу думают, что за землетрясение, а это ты танцуешь с помощью новой консоли. Красота просто. Так, вроде здесь мы остановились в тот раз, да? Только, по-моему, этого зомби тут не было. А, там еще этот плюющийся был, да, точно, это то место. Ведь иди нахрен отсюда. Сила весла. Уж в узких-то проходах я вас тут всех положу этим веслом. Вы охуеете, когда подойдете. Шутка, я буду стрелять. Бум, ой, промахнулся. Не, ну такое со мной бывает, я турель-то не вижу, которая стоит в метре от меня, а уж промахнуться, не знаю... Ой, что страшное, там не буду я туда выходить.
А уж промахнуться в упор — это вообще грех. Ну? Чё она там стоит? Ты, может, придёшь сюда? А, плюётся всё, смотрите, верблюжонок, блядь. Уж по этой кислотной роже я точно не промахнусь. Всё ясно. Лучше уж весло. Патроны-то у неё откуда? Ну чё оно не это, не кладётся-то? Что случилось? Что мне выкинуть? У меня всё нужно. Жрать она не хочет. А вот патроны для турелей. Нахуй патроны для турелей. Не буду я из них стрелять. Удалить. Ненавижу турели в этой игре. Опа. И все, и замертво упал. Так, там эта кислотная мразь была, которая плюется. Их тут, я не знаю сколько штук. Это, наверное, какой-то новый подвид зомби. С бронированными головами. Потому что они уже отвисла, по-моему, урона вообще не получают. Это вот теперь будет болтать тот ученый, который за стеклом находился. Я пробовал его прострелить, не получилось. Опять этот уебок в каске, да сколько же их тут? И... ой. Их тут опять становится целая куча, я не хочу с ними сражаться. Может попробовать пробежать. Тупо до конца, если правда там тупик, мне пиздец будет. Но хотя кого мы теряем, да? Так нахрен этих зомби, бежим. Понятно, все, они не отстанут. Опля, вот и тупик. Я надеюсь, они сейчас всей толпой сюда не идут. Нет, тут один одинешник стоит. Ну что ж, видимо, это его судьба. Я спокойно пробегу. Ух, ни хрена себе их тут. Что у них за собрание тут? Хоть бы не тупик, хоть бы не тупик, хоть бы не... слава богу. А чего-то я? Прости, я немного рассеян. Ах да, Ди. Джон Ди был ученым, алхимиком, натурофилософом. И все на службе у Елизаветы Первой. Его и в шпионаже обвиняли. И Ди пытался предупредить нас о заразе. О, прости, надо бежать. Какого хера, куда ты собрался? Сидеть. Я уже ухожу. Покинуть. Выползти. Выползаю как царь просто. Через пуфик. Опа, вообще легче легкого. Не, ну конечно, то, что тут прыгать нельзя, и все действия на Е совершаются как-то. Не хочу говорить по-консольному, но это пиздец. Вы представляете, за вами бежит толпа зомби, но вы просто так перепрыгнуть не можете. Вам нужно подойти вплотную, навести курсор, нажать буковку Е, и тогда главный герой еле-еле что-то как-то там переваливается, как будто он вам одолжение делает, мол, ну ладно, сейчас перелезу, не торопись. Не торопись. Я он как метеор тут ношусь туда-обратно, лишь бы меня не догнали. А он перепрыгивает спокойненько, точнее она. Спокойненько так, все хорошо. Ничего страшного, что этот пуфик просто перепрыгнуть можно на ходу. Я его аккуратненько перелезу. Поспешишь, людей насмешишь. Иди ты нахуй, да чтоб тебя сожрали, блядь. Добрался я до этого исследователя хренового. Странно, что тут орды зомби нету и какой-нибудь турели, которую хрен заметишь. Я на это серьезно всем сердцем надеялся, но почему-то нет. Привет. Блин, ну и рожу он скорчил. У тебя книга Гесснера. Надеюсь, это не отняло много сил. Не, ты что? Дай-ка. Я тут вообще очень активный, смотри, бегаю туда-обратно, мне так весело. Все сидят, а я бегаю, мне ж больше всех нужно, ребят. Ты же уже вакцину самостоятельно разработал. Зачем я вообще здесь бегал, ублюдок? Еще кое-что. Вот та штуковина очень напоминает машинки ребят из Омеги. Просканируй-ка больного парня. Но проведи полное сканирование. Нужно выделить зараженную железу. Как мне хочется его ударить. Изумительная штука все-таки. Человеческое тело. Человеку умер, а тело... еще борется с заразой. Ну разве не чудо? Чудо, блять, вы посмотрите, у меня ж радар заработал. Там теперь красные точки начали показываться, смотрите. Вот это действительно ебаные чудеса. Так и знал. Сначала придется прикончить бедняку.
Потом возьми шприц и наполни его антителами из железа. Какие антитела? Чего он там сказал, антитела? Прекрасно. Теперь в шприце синтезируется вакцина. Весьма опасный яд. Хватит всего на одну инъекцию, но потом можно будет найти нового донора. Вторую книгу. Студия. Чего? Какую вторую книгу? Ты... Изучение... Опять твою макулатуру таскать, которая даже не помогает никак. Это большая редкость. Но я знаю, что у Рона Фридмана на Бриклейн есть копия. Рон — это один из воронов. Я тебя, блядь, ненавижу. Опять тут теперь по этим лесам лазить. У нас теперь есть этот самый радар, конечно. Это типа какое-то улучшение планшета дали или что-то вроде того, но тем не менее. Я уже привык на него не смотреть попросту. Блядь, просто ноги сломал, пиздец. Всего хорошего. Я рад, что эти зомби хотя бы металлические двери не грызут, не ломают, а просто стоят снаружи. А то от них вообще спасения никакого не было. А теперь-то ты куда? Припасы ищешь или что? Вряд ли ты здесь найдешь много полезного. О, кого я слышу-то? Беднягам пришлось обороняться самим. Так называемые слуги народа их кинули, а сами навострили лыжи в Вестминстер и дворец. Будто им это помогло, а? Не знаю, насколько им помогли эти твои вестминстерские аббатства, но я сейчас лазю опять по каким-то ебеням и ищу книгу. Вот почему страна скатывается в дерьмо. Надо выживать, а они гуляют. Так я бы с удовольствием в убежище сидел, вы ж меня гоняете туда-обратно. Господи, ебать, что там творится такое? Не пойду я туда. Как же мне надоело тут лазить, это просто... Блин, я не знаю, лабиринт из коробок. Тут мало того, что не видно ничего, так еще и... Непонятно, куда тебе идти нужно, и по 5 зомби опять вылезает. Хрен их знает, как я не умер еще. Во-во, это шестой. Нет, я даже патроны тратить не буду, лучше веслом во. Огрею, потому что тут и так уже настрелялся. Там внизу под этими мостиками, ну, штук 5 я убил точно. Так, зачем я сюда пришел? Чтобы газету собрать. А где вообще эти газеты прочитать можно, которые я собираю? Или из них шалаш можно сделать и спать, типа для сохранения чуть. Какие газеты-то вообще вы еще? Вот, значит сюда. Постарайся пробраться в комнату. Похоже, ты можешь спрыгнуть через дыру в потолке. Какая дыра в потолке? Вы видели там дыру в потолке? Понятно, я в дыру. Он тут всего один, а зачем я эту гранату вообще кидал тогда? Тут просто такой рев поднялся, я думал, тут опять их штук 5, не меньше. У меня почему-то фонарик теперь постоянно гаснуть стал, его по идее зарядить нужно, но я не хочу на месте стоять. А то я тут мхом порасту, а так он не работает, если его не заряжать. Поэтому я придумал супер хитрый выход, в общем, когда гаснет свет, постоянно на F нажимаешь и... Ничего абсолютно не происходит, он как не горел, так и не горит. Там внизу на меня в темноте зомби напал, потому что я его не увидел. А, похуй. Вас убьют, а, похуй. Нашел сигнальную шашку, а, похуй. Вашу мамашу, я понял, где ты. У Рона Фридмана. Никого там нет, кроме имбецила, совратившего воронов с пути истинного. Осторожней там. Фридман, лживый мешок дерьма. Не верь ни единому его слову. Он тебя отправит гоняться за призраками. Не, его выражение «вашу мамашу» это, конечно, 10 из 10, но разве он не отправил меня за тем же, за теми же призраками гоняться, за каким-то там оружием искать, что-то там какой-то Букингемский дворец, блять, идти штурмовать с 10 патронами от пистолета. Это чудо, что я один раз сдох вообще. Ой, смотри, сразу успокоилась. И ты, гандоны, блять. Ура, лифт, я уже думал, своими ногами придется подниматься. По лестнице. Ну только не говорите, что он застрял и придется пешком подниматься, ну пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Есть все-таки в этой игре справедливость, блядь. Ну че ж он все не имется-то? Блять, что это за хуй? Чё она катается-то, я не понял? Спецназовец хренов. Чёрт.
квартиры Рона этажом выше. Ищи вентиляционную шахту, ползи по ней. Окей. Чё это за говно? Сейчас я разгоню этот блядский теремок, погодите. Пошли нахуй отсюда, бомжи. Нахуй я сказал. Соберутся пиздоблядины, давай танцевать. Не, ну ёб твою мать. Это живой. Сигнал пропадает. Я тебя теряю. Что? Ой, блин, ну я так и знал. Сондра вызывает выживших воронов. Гнезда 6, 18, 22 и 34 разорены. Ситуация продолжает развиваться. Гнезда у них разорены, ага. Рон, прием! Это Сондра. Рон, до отхода меньше полусуток. На мое убежище почему-то всем насрать. Рональд Фридман, если ты меня игнорируешь, я... Да отвечай же, черт! Да сдох он, небось, а это, может, кстати, он и есть. Так, 1, 5, 2, 7. Опа. Так, и чё? А. О, смотрите, сколько лутинки. Жить охотой хорошо, но потом не ной, если пронесёт. Или ещё чё похуже. Ещё чё похуже? Что может быть хуже тебя, братан? Это живой, как слышно. Похоже, обстановка накаляется. На кухне есть мусоропровод. Самый простой способ свалить. Я как храбрый рыцарь с веслом не буду обижать немощных и тупых зомби. Я избегу боя. Спустившись в мусоропровод. У тебя студиум Кантаджори. Это же бесценная находка. Если бы я только успел их спасти. Я ведь пытался. Вот только выжившие. Живыми их назвать сложно. Я почти рад, что ребята из Омеги. А этот радар теперь всегда будет пилюкать, или можно его заткнуть как-то? Да, тут прокол панацеи. Итак, вороны уверены, что он у них. И они еще скрываются где-то в Лондоне. Если вдруг ты найдешь их и код, я могу создать лекарство. Так а что он себе колол, если он лекарство еще не изобрел? Ладно, хрен с ним. Он сказал, нужно какое-то гнездо воронов найти. Это какое-то убежище, которое находится где-то там в Лондоне. Ох, как мне надоело бегать. Хорошо, хоть не за очередной книгой нужно идти куда-то. Наконец-то. И чего тебя понесло во дворец? А, неважно. Есть идея? Ну вы понимаете, да, его идея? Ходят слухи, что во дворце разбит военный лагерь. Главный там полковник Уэверли. Помни его по буре в пустыне. Скажи, что ты от живого. Он о тебе позаботится. С оружием поможет. Да и С4 может подкинуть. А, С4, да? Все, мне нужен перерыв.